С 2020 года на территории Тверского региона начнут действовать сразу несколько новых мер поддержки для семей с детьми. Это касается не только многодетных, но и пар, у которых пока один ребенок. Конкретнее о льготах и выплатах рассказывает наш корреспондент Мария Шалованова. Демография – это приоритетное направление деятельности правительства региона. С 2013 года прирост населения области составил 3,2%. В цифрах это 10 тысяч человек. В ЦФО по этому показателю мы занимаем 8-ю строчку рейтинга. Предлагаемые сегодня меры поддержки при их утверждении должны быть встроены в единую систему по обеспечению позитивных демографических тенденций в нашем регионе. И для нас это является задачей номер один, стратегической, приоритетной, которая определит будущее развитие нашего Тверского региона на долгие годы, десятилетия вперед. Чтобы поддержать семьи и подтолкнуть их к рождению детей, в регионе реализуются сразу 18 видов социальных выплат и льгот. Причем 12 из них – инициатива региональной власти. При этом с января следующего года их количество увеличится. Так, на заседании было принято решение об изменениях, касающихся ежемесячной выплаты семьям, которые усыновили или родили первого ребенка. Во-первых, ее размер увеличится и составит 11 399 рублей. Кроме того, увеличится и срок ее получения – до 3 лет с момента появления ребенка. Комплекс мер по поддержке семей является действительно, ну не побоюсь этого слова, может быть даже революционно, в том смысле, что он действительно охватывает весь комплекс мер, который необходим для поддержки семей. Очень важно, что впервые, поскольку все-таки я занимаюсь детскими проблемами, я могу оценить, что есть в других регионах. Очень важно, что отошли от привязки к определенному правовому статусу семьи. Например, есть, конечно, меры, которые посвящены многодетным семьям, но, тем не менее, весь комплекс направлен на поддержку семей. Положительная динамика прослеживается и в выплатах на получение ипотеки. Сейчас ее размер не превышает 200 тысяч. Но с 2020 года на эту сумму будут претендовать лишь пары с одним ребенком. У кого их двое, получат 300 тысяч, а если детей трое – 500 тысяч рублей. Данная выплата очень востребована молодыми семьями, в связи с чем в 2019 году дополнительно было принято решение о выделении средств еще на сумму более 10 миллионов рублей. И в этом году планируется эту выплату предоставить 103 молодым семьям. Еще одним важным этапом работы является общественное признание многодетных семей. Для его укрепления в 2020 году на территории региона будет введено еще несколько наград, в том числе почетный знак «Гордость отца». Им будут награждаться мужчины, которые достойно воспитывают 5 и более детей в одном браке. Сегодня очень важно не просто многодетные семьи, а полноценные семьи, чтобы мы видим статистику и браки, и разводы. И все-таки мы считаем, что задача власти сегодня воспитывать такую положительную, позитивную тенденцию по укреплению семьи. Чтобы контролировать все органы власти, которые ответственны за своевременное оказание помощи семьям, Игорь Удени предложил создать новый орган исполнительной власти, аналогов которому нет в России. Он будет курировать вопросы демографии, а также материнства и детства. Все эти функции находятся в разных органах исполнительной власти, и мы понимаем, что сегодня нам надо, и это очень важно, как можно быстрее сконцентрироваться на самой главной стратегической задаче, которая, я думаю, является не только для Тверской области, но и для всей Российской Федерации приоритетом. Это вопрос демографии. Поэтому такой орган будет создан в составе правительства. Буквально, я думаю, произойдет в течение нескольких недель. И там, конечно, в этой работе уже будет достаточно большая прозрачность. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил. По данным регионального министерства социальной защиты, сейчас личный транспорт есть у более чем 3,5 тысяч многодетных семей региона.